люблю їх. Ну да, підготовка йде. Ну, круто. У кожного, бачите, своє бачення. Наносимо відрами воду. Тоді у нас є водичка. На вечір, вечірні зарядки, посиділки. Пропускать, они начали привозить обеды. Ну, и передала Кичину для того, чтобы он поехал на Украину кормить. Вот. Приезжали, потом среди лета приезжали грузины. Два человека, журналиста. Два журналиста и два с иностранного лиги. Как-то так. Да. Не забрал. Еще балки надо вести.